Глава восемнадцатая Удивительно ли, что меня уносило суетой, и я уходил от Тебя, Господи, во внешнее? Мне ведь в качестве примера ставили людей, приходивших в замешательство от упреков в варваризме или солицизме, допущенным ими в сообщении о своем хорошем поступке и гордившихся похвалами за рассказ о своих похождениях, если он был велеречив и украшен, составлен в словах верных и правильно согласованных. «Ты видишь это, Господи, и молчишь, Долготерпеливый и многомилостивый и истинный, всегда ли будешь молчать, и сейчас вырываешь ты из этой бездонной пропасти душу человека, ищущего тебя, и жаждущего у слады твоей, человека, сердце которого говорит: Господа взыщу! Тебя искало лицо мое, лица твоего. Псалтырь, Псалом 26, стих 8. Далек от лица твоего был я, омраченный страстью. От тебя ведь уходят, и к тебе возвращаются не ногами, и не в пространстве, Разве твой младший сын искал для себя лошадей, повозку или корабль? Разве он улетел на видимых крыльях, или отправился в дорогу пешком, чтобы, живя в дальней стороне, расточить и растратить состояние, которое ты дал ему перед уходом? Ты дал его, нежный отец, и был еще нежнее к вернувшемуся нищему». Он жил в распутстве, то есть во мраке страстей, а это и значит быть далеко от лица Твоего. Посмотри, Господи, и терпеливо, как Ты и смотришь, посмотри, как тщательно соблюдают сыны человеческие правила, касающиеся букв и слогов, полученные ими от прежних мастеров речи, и как пренебрегают они полученными от тебя неприложными правилами вечного спасения. Если человек, знакомый с этими старыми правилами относительно звуков или обучающий им, произнесет вопреки грамматике слово ⁇ Хома ⁇ без придыхания в первом слоге, то люди возмутятся больше, чем в том случае, если вопреки заповедям Твоим, Он человек будет ненавидеть человека. Уже ли любой враг может оказаться опаснее, чем сама ненависть, бушующая против этого врага? Можно ли преследуя другого, Погубить его страшнее, чем губит вражда собственное сердце. И, конечно, знание грамматики живет не глубже в сердце, чем запечатленное в нем сознание, что ты делаешь другому то, чего сам терпеть не пожелаешь. Как далек ты! обитающий на высотах в молчании Господи, единый великий, посылающий по неусыпному закону, карающую слепоту на недозволенной страсти. Когда человек в погоне за славой красноречивого оратора перед человеком судьей, окруженный толпой людей, преследует в бесчеловечной ненависти врага своего, он всячески остерегается обмолвки среди людей и вовсе не остережется в неистовстве своем убрать человека из среды людей.